А вы знаете, что я самый счастливый человек в Индии, потому что у меня есть ванная. Да, в Индии ванная — это редкость, но ее спокойно можно купить или заказать себе домой. Индийцы принципиально не устанавливают дома ванны, потому что не любят долго купаться и не видят в этом смысла. Они боятся заболеть, ведь горячей воды в Индии нет. Только не перепутайте, я сказала, не любят купаться, они не любят мыться. Бассейнам, водоемам и ваннам у индийцев особое отношение. Если едут на море, то сидят в воде как поплавки, но не плавают. Сейчас зимой, к сожалению, я не могу полежать в горячей ванне и согреться, потому что помещение настолько холодное, что идет пар изо рта. Да и горячей воды из водонагревателя не хватит, чтобы наполнить даже половину ванны. Индийцы предпочитают классический душ, а те, у кого нет ванны в доме, моются под колонкой. Еще больше интересных фактов об Индии вы найдете у меня на канале. Обязательно подписывайтесь.